Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся простыми народными советами, которые помогут привлечь вам изобилие, деньги, благополучие и финансовый достаток. Что же за это такие народные советы, которые пришли к нам от наших предков? Далее в этом видео обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, очень многие советы по привлечению денег, достатка, изобилия пришли к нам из прошлых времен, но они до сих пор помогают нам добиваться важных жизненных целей, финансового благополучия и удачи. Эти советы передавались нам от дедушек или бабушек, а те в свое время получили их от своих родных. Есть даже советы, которые передаются из поколения в поколение и держатся в тайне. О них знают только в одной определенной семье. И все эти советы работают и действительно помогают. Поэтому первым делом вам нужно знать, что деньги – это энергия. Она может свободно к вам идти. А также вы можете ее своими руками же и отпугивать. Поэтому, чтобы этого не было, нужно соблюдать следующие простые правила. Во-первых, нельзя тратить всю зарплату, премию или заработанные деньги сразу. Потому что деньги должны переночевать в вашей квартире, в вашем доме хотя бы одну ночь. Одну из купюр отложите до следующего раза. Каждый раз, проделывая это, нужно будет добавлять по купюре. И это поможет зарядить атмосферу благополучием и финансовой стабильностью. Никогда не одалживайте деньги в долг во вторник. Этот день недели самый неудачный для расставания со своими заработанными деньгами. Потому что они потом могут очень тяжело к вам возвращаться, а могут и вовсе уйти из вашего дома. Вы вместе с деньгами можете отдать свою удачу. В понедельник не стоит занимать деньги в долг, так как считается, что как увеличивается неделя, будут увеличиваться и ваши финансовые трудности. И нельзя в пятницу отдавать долги. Выберите для этого любой другой день. К концу рабочей недели большинство людей устают, и ваша энергия может также передаваться с деньгами, которые вы будете возвращать. Вечером не нужно проводить любые действия с деньгами, отдавать долги, одалживать, тратить большую сумму денег на покупку. Вы таким способом рискуете разориться. Все действия лучше делать всегда до захода солнца. Трогать деньги, пересчитывать деньги, перелаживать деньги лучше вообще в первой половине дня. Чтобы привлечь деньги, чаще их пересчитывайте. Доставайте их как бы подышать, набраться положительной энергии, чтобы они видели, что вы не забываете о них. При этом обязательно хвалите деньги, благодарите за то, что они у вас есть. Это простое действие будет заметно увеличивать ваш доход, так как деньги любят того, кто любит их. Всегда пересчитывайте деньги, когда вам дают сдачу. Не ленитесь. Это еще одно уважение к деньгам. Когда вы их пересчитываете деньги, даже если это и несколько банкнот, и вы знаете, что там все правильно и несколько монет, все равно считаете, вы таким образом энергию обновляете денег. Также никогда не смахивайте крошки со стола рукой. Этот совсем безобидный поступок, привычный многим, лишает вас богатства. Если хотите, чтобы стол был чистым, а в кошельке всегда водились деньги, нужно делать это тряпочкой или щеткой, которую вы специально должны держать для этого действия. Перед этим обязательно скажите такие слова: «Ты крошки со стола очищаешь, деньги в мой кошелек приметаешь». Всегда пользуйтесь только ней.
Для усиления ее силы каждый раз при уборке вновь проговаривайте ей эти слова. Следите за тем, чтобы в вашем кошельке всегда были деньги. Ваш кошелек никогда не должен быть пустым, даже временно, даже буквально на полчаса, потому что это приводит к тому, что деньги уходят от вас, потому что денежная энергия, она очень чувствительна. Чтобы потом вернуть денежную энергию обратно, вам придется долго и упорно трудиться, доказывать, что вы действительно достойны ее присутствия и помощи в вашей жизни. Чтобы в вашем доме всегда были деньги, нужно, когда вы будете одна или один дома, положить под скатерть несколько купюр. И таким образом они будут притягивать другие купюры в ваш дом. Чтобы привлечь деньги, бумажные купюры в кошельке нужно обязательно располагать лицом к вам. Деньги любят, когда они лежат в кошельке красиво по возрастанию. Деньги, которые вам легко достались или вы нашли их, нужно также легко потратить. С их помощью вы должны принести радость вашим близким людям. Например, купите подарок, угостите на эти деньги нуждающегося человека или кому-то помогите. Это очень важно. Знаете, у вас такая вот проверка, достойны ли вы иметь деньги, справитесь ли вы с валившимся на вас счастьем. Не потеряете ли вы в себе человека? Ведь известно, что многие, получив деньги, особенно большие деньги, они просто перестают быть людьми. Если вы эти деньги спрячете или, что еще хуже, отложите на размножение, больше они никогда так легко к вам не придут. У вас закроется денежный поток, который будет направлен на вас. И со временем и остальные могут деньги уйти из дома, посчитав, что вы, к сожалению, недостойны их. Также никогда не носите одежду с дыркой или с дырками в кармане. Такая одежда изначально несет в себе смысловой негатив. Все, что вы будете класть в карман, будет из него теряться. Есть даже одна народная примета, которая говорит о том, что в такой одежде деньги не задерживаются, утекая как песок сквозь дырки. Перед тем, как сложить верхнюю одежду до следующего сезона, нужно положить во все карманы по бумажной купюре любого достоинства. Этот простой ритуал привлечет денежную энергию в ваш дом. В тот момент, когда вы переезжаете в новый дом, необходимо бросить монеты на пол, как бы, знаете, засеяв новый дом финансами, изобилием, благополучием, чтобы деньги росли и приумножались. Позже их нужно собрать и держать под ковриком у входной двери. Соблюдая эти простые народные советы, вы сможете наладить с деньгами контакт. Делать все, чтобы им нравилось у вас, и не делать ничего из того, чтобы отпугнуть их. Они будут любить вас и ваш дом, и поселятся обязательно у вас. Энергия денег будет чистой и работать только на приток финансов.